Всем добрый день! Сегодня у меня рецепт антивозрастной, отлично работающей экспресс-маски, которую можно применять единоразово, как скорую помощь, когда нужно срочно привести в порядок кожу лица, а можно делать курсом 2-3 раза в неделю в течение месяца. Все компоненты, входящие в состав маски, активно борются со старением кожи, питают, увлажняют, разглаживают морщины, оказывают лифтинг-эффект. Для приготовления потребуется 1 чайная ложка сметаны. Если кожа сухая, то берите сметану большей жирности. Если кожа жирная, то меньшей. Можно также использовать натуральный йогурт. Также потребуется 1 чайная ложка картофельного крахмала, 1 чайная ложка геля алоэ и 10 капель витамина Е. Тщательно смешать все компоненты, готовую маску нанести на очищенную кожу лица. Такую маску можно наносить не только на лицо, но и на шею, зону декольте, а также на область вокруг глаз. Держать маску 15-20 минут, смыть теплой водой и нанести свой любимый крем. А я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. Будьте здоровы, красивы. Спасибо, что были со мной. Пока.